О, объедки. Ах, как пахнут. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в рафт. Рафт, который на плот на воде. Вот он бультыхается, такое весь чувак на нем сидит и скучает. Вот вся игра, собственно. Давайте загрузим наш мир и восхитимся его многообразием. Смотрите. Вода. 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 Земля. Ой, вода. Черт, упал, вода. Но у нас есть возможность увидеть что-нибудь новенькое сейчас. Смотрите, мы прям стремительно приближаемся к этому нечто, чему-то очень новому. Давайте в этот раз, пока мы приближаемся, я вижу, что это мы делаем без использования весел, что очень хорошо, что очень радует. Давайте попробуем... Попробуем что-нибудь скрафтить новое. Смотрите, есть сачок, который можно ловить жуков. Я не знаю, зачем это? Зачем это? Ну, давайте его скрафтим. Хорошо, мы скрафтили. Вот такой вот сачок. Но жучков мы уже не половим, так как мы уплываем от этого острова, к сожалению. Все, прощай, остров. В жопу пошел. Давайте его сложим, пожалуй, вот сюда. Прокашляемся. Не знаю, что это закашлял. Простыл, наверное, слегонца. И, как всегда, прервемся на рыбный анекдотик. В смысле рыбный анекдот? Я чайка, я рассказываю анекдоты. Я не буду птичьи, понятно? Как ты смел вообще мое место занять? Рыбный анекдотик. Первый анекдот от Евгения Бондаренко. Он не совсем рыбный, но и не совсем птичий. Что делает чайка, когда читает рыбные анекдоты? Отчаивается. Мы можем сделать гриль. Вот чего нам не хватало. Давайте сделаем две веревки, гвозди и железный слиток. Есть. Крафти гриль. О, мы здесь будем готовить сейчас такую крутоту, наверное. С овощами. Да, рыбка с овощами. И ты понимаешь, что все, мы скоро перестанем пользоваться вот этими вот сраными доисторическими кострами. На самом деле, можно и вот это уже давно разобрать. Прощай, прощай. Нет, мы не весь плот разбираем, акула, не весь. Вот давайте все это разберем. Нам немного осталось еще. О, мясо давай соберем. Это положим. Все готовится. О, места нету, не хватает, как обидно. Вот теперь хватает. О, давайте еще котелок скрафтим. Вот он. Опять Икея доставила все в разобранном состоянии. Я понимаю, что это дешевле, но, блин, я всегда путаю какой-нибудь шаг в инструкции, потом приходится переделывать. Иди сюда, котелок. Вау, ни хрена себе, какой он здоровый. Вот тут будешь стоять. Да, собственно, у нас теперь куча рецептов же есть. Ужин из акулы. Нужно две акулы. У нас не одной, у нас же приготовленные. Грибы и... А, это синяя водоросль для еды используется. Давайте вот сюда прикрепим. Круто, что можно прикрепить, я не знал даже. На самом деле, так все рецепты сейчас прикрепим. Второй. Есть рыбное жаркое, а есть простое рыбное жаркое. Простое. Это говно. Теперь ножка с джемом, салат из лосося, цыпленок с кокосом. О, у нас тут еще целая куча рецептов. Скат делюкс. Нифига себе. Но что еще мы можем сделать? Топливная труба, очиститель биотоплива. Блин, да, вот, вот. Механизмы. Штурвал! Наконец-то, я так тебя ждал. Изготовить. Какая-то труба у него идет. Позволяет разворачивать плот, особенно полезен в сочетании с мотором. Стоп, надо понять, где у нас будет перед плота считаться. Вот здесь пусть будет, если что, разберем. Итак, вращаем. О, работает. В жопу мотор, и так работает. Смотрите, как прям повернулся. А-а-а, дрифтим на море. Стоп, запить. А то пересохло у меня все. О, ни хрена себе! Это вообще город какой-то, город на острове. Стоп! Быстро в койку! Все. Слушайте, каждый новый остров все более цивилизованный, заметили? Сейчас через ущелье проплывем. Вижу лестницу. Там старые фургоны. Это трейлер-парк. Сейчас с реднеками потусим. Сейчас, как всегда, такой типичный усатый мужик, седой, с белыми усами, в кепке, в клетчатой рубашке такой. Эй, женек, давайте лишь пивка выпьем. А я такой, прости, я не пью пиво. Слышу, 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 слышу. Но! Но! Во! Отлично, зашли. Прямо как надо. Только как мы отсюда выплывем потом, я не знаю. Важно ли это сейчас? Давайте решать проблемы потом. Бросить якорь. Какое интересное место. Я словно в The Witness попал. И там чайки летают. Ладно, это не страшно. Страшно, это огромные птицы. Так, стоп. Давайте чуть позже займемся исследованием. Сейчас я хочу покрафтить немножко. Ладно, начнем с самого простого и понятного, это мотор. Здесь мы тебя будем ограждать от нападения твари. Нужно больше пластика. Нужно больше древесины. Готово. О, значит, смотрите, мы теперь можем направление менять. Активировать мотор.
Но он не работает. Потому что положить доска надо. Нет, не хочу ложить доска. Это еще рано. А вот что мы можем замутить, это топливный бак. Специальная емкость для биотоплива. Очиститель создает биотопливо, смешивая сырые продукты и мед. Слушайте, мы все можем скрафтить, вообще не паримся. Кстати, мы можем положить сырой картофель даже сюда и сделать биотопливо, правильно? Требуются сырые продукты. Манго и картошку. Положить сырой картофель, положить манго. О, нифига, требуется мед. А, мед у нас есть. А это что, не мед? А, это соты. А, вот же он. Мед есть. Ну-ка, давай, налили. Ох, пошло. Ну, видимо, вот мы научились делать мед. А еще биотопливо. Смотрите, какой у нас осознанный летсплей получается. Мы прям вот берем и крафтим все. Разбираемся во всем. Положить свеклу, ананас. Ох, какое топливо у нас будет, смотрите. Давайте сделаем емкость для биотоплива. Готово. У-ху-ху. Вот такой здоровый стоит. Теперь топливная труба. Создаю сразу две штуки. Куда мы это можем воткнуть? Зачем это вообще втыкать? И почему она крестовая? А, вот так это делается. Ага, смотрите, мы сделали это. Мы полностью теперь застроились. Все скрафтили, ложимся спать. И завтра мы пойдем исследовать, точнее уже вот сейчас, мы уже идем исследовать. У нас есть топор, у нас есть лук, достаточно стрел. На всякий случай я бы взял с собой мачете, запаслись водой, есть еда. Все, больше ни на что не отвлекаемся, бежим. Сразу находим какую-то бочку, это нам не нужно. Смотрите, что-то под воду уходит. Какой-то велосипед-насос, ну-ка, смотрим. Записка. Меня зовут Санджей. Похоже, у меня неприятности. Если вы это найдете, не говорите ни моему папе, ни папе Детта. Детта поплыл проверять подводный костюм. Мы его сделали из велосипеда. А! Кто? Опять птица? Черт! Встанем вот сюда. Детта повесил на костюм груза. А, они сделали его из велосипеда и старого шлема от скафандра. Детта повесил на костюм грузы, чтобы опуститься под воду, но они оказались слишком тяжелыми. Мы попытались его... Серьезно? Птица, где ты? Тварь! Стой! А пониже слабо опуститься? А! Я иду за тобой. Вот ты! Воу! Ты меня задолбала! Там еще кабан. А медведя здесь нет случайно? Мне не хватает для полного счастья. Вон она. Ах! Пернатая мразота. Ах! Получай. Да почему ты попадаешь по мне? Это мой шанс. Да, по заднице получила. Не сдохла ли? А может и сдохла. Уф, как бы попасть туда. Никак не допрыгну, по-любому. Только разве что вот эти вот тросы работают как зиплайн. Давайте дочитаем записку. Чтобы опуститься под воду, но они казались слишком тяжелыми. Мы пытались его вытянуть, но он, наверное, за что-то зацепился. Парень постарше сказал, что дальше лучше не тянуть, иначе мы оборвем шланг. Он не разрешает мне пойти за помощью. Санджи убежал в слезах, когда меня вытащили. Никакого профессионализма. Под водой у нас ничего не выйдет. Столько водорослей, что ничего не видно. Много лодок и обломков, но они слишком далеко на дне, а Санджи слишком боится. Парень постарше сказал, что у него на родине водоросли приняты есть. Может, обойдемся и без подводных исследований. Входим внутрь. Здесь ничего, ничего. Погодите, предмет. Готовый лосось. Что это? Какая-то еда. Это было как блюдо сделано. Я здесь начинаю путаться, слишком много помещений. Давайте вот так сделаем. Вернемся обратно на исходную. Первое, что стоит сделать, это взять копье в руки и поплыть вот сюда. За этим проводом. О май год. Там нас очень глубоко ведут, да? Еще глубже. Нет, это плохая идея. О, блин, стрёмно, тень. Я подумал, что это какой-то кракен. Фу-ху-ху-ху, неприятно было бы. Почему в эту игру не добавят кракен, кстати? Стоп, может быть, нам не нужно спускаться? Может быть, нужно что-то с великом сделать? Нет. А у нас даже и нету никакой маски специальной, да? Только ласты и фонарь. Судя по всему, мы сейчас найдем какое-то приспособление для того, чтобы сделать крутой костюм. Итак, начинаем исследовать. Сначала вот этот вот домик на отшибе. О, да тут целый район. Поднять деталь для зарядного устройства. Да. Сейчас мы что-то скрафтим. Смотрите, Бандар Кафиланг. Я не знаю, что это за язык такой. Это может быть имя? На время вернулся на плот, чтобы переждать ночь. Смотрим, что у нас тут есть. Требуются сырые продукты. А когда, собственно... А, поднять биотопливо. Всего лишь одно. Так мало? Положить биотопливо. Насколько теперь ты заполнилась? На... мало. Ну, давай, вот еще. Делайся. О, боже, что это? Новый анекдот рыбный. Но не совсем рыбный, он больше про медведя. От четвертака. Как называется медведь, через которого идет электричество?
Медведь! Я вернулся, чтобы закончить с этим районом, который оказывается очень большой, если так осматриваться. Странно, я как-то даже не смотрел нормально на него. Он пипец какой здоровый. Надеюсь, тут что-нибудь найду сейчас еще. В целом, практически каждый дом идентичен. Почти что одинаковый набор лута в ящичках лежит. Что? Раз, два, три. И это, кстати, не кабаны, это свиньи. Мы столько сейчас мяса можем добыть. И, кстати, наконец-таки записка новая. Чуть больше сюжета. Папа говорит, что нужно уходить. Что-то не так со свиньями. Мама засаливала мясо, которое нам давали. Поэтому мы и не заболели. Но доктор Хенрик говорит, что в конце концов заболевают все. Папа Санджи заболел. А он ведь вообще не ел мясо. Болезнь распространяется, хотя всех больных положили вместе. Ведь караван не такой уж большой. Саджи говорит, что мы еще встретимся. Но океан ведь такой огромный. Мы поплывем искать сушу, и в этот раз туда отправятся все. Вариантов у нас немного. Какая-то болезнь здесь орудует. Я не знаю, стоит ли мне идти убивать этих свиней и жрать. Просто, может быть, убить. Это всегда пожалуйста. Смотрите. Еще одна деталь для зарядного устройства. А вот и ящик с кучей барахла. Смотрите, а что это за огромная рыба, которую мы едим? Мы даже полностью ее не съедаем, нифига себе. Вон акула плавает. Только посмей нам и плод напасть. Ну а вроде, кстати, его не трогает, она честная. Очень благородная акула, которая не трогает плод, пока меня на нем нет. О, жесть. Болезнь острова распространяется. Прямо в реальность. О, вот это экспириенс. Погружение. Погружение в смерть. Я думаю, тут буду очень долго лутать и просто буду ресы собирать. Поэтому вы можете просто насладиться красивой нарезкой моего лута. Дорогой Самир, пишу это письмо в надежде, что ты не повторишь моих ошибок. Я возглавляла проект «Реформация». Мы терраформировали мертвую землю в Африке. Выкапывали реки и сажали деревья. Мне пришлось научиться водить трактор. Как-нибудь расскажу. Температура все повышалась, работать становилось все труднее и дороже. И спонсорам не нравилось тратить деньги. Деньги — это такая штука, которой мы пользовались для обмена. Съесть их нельзя, а заткнуть дыру тоже. Но это была самая важная вещь в жизни. О боже мой. Мне следовало дать отпор, но другие взяли вину на себя. А затем богачи ушли на юг. И теперь земли там не остались, только камни. А раньше суша была бесконечна. Можно было бежать целую вечность и так и не добежать до океана. Жаль, что ты такого уже не увидишь. Запомни мои слова, Самир. Запомни хорошенько. А когда найдешь сушу, цени ее. И расскажи остальным о том, что мы потеряли. Твоя мама Марьям. Блин, сильно, это сильно. Окей, темнеет. Пора на плот. Бульк! Я покоцался? Обо что? Дождь пошел. Мы нашли кучу биотоплива. Давайте все это... досыта, дополна наполним. Дополна наполним. Обучаемся русскому языку вместе с Евгением. Нашли какую-то деталь. Удерживать для плавного вращения? Чего? Зачем это мне удерживать? Мы что, сейчас можем что-то собрать? Нифига себе. Так. Какой-то механизм мы сейчас замутим. Смотрим. Научный журнал Дета совершенно-совершенно секретно. Санджи говорит, что идея с водяным насосом не работает, потому что в колодце не хватает места для воды. А еще соседи начали жаловаться на соленую питьевую воду. Но это потому, что слишком нетерпеливые и не понимают мой научный подход. Я спросил у папы, почему бы нам не отправиться под воду, но папа просто рассмеялся. Никакого воображения. К счастью, Санджи показал мне рисунок из какой-то старой книги, которую нашел. Костюм для подводных исследований и огромная чаша, под которой может уместиться целый город. Молодец, Санджи. Подводный город? Интересно, мы его увидим или это так, чисто бредни? Давайте-ка сходим, посмотрим, куда это все нас приведет. Значит, вот тут вот мы не можем ничего сделать. Потом это идет вот сюда. Стоп. Ага. Идет, и потом в колодец. Слушай, походу мы собрали. Ну-ка. Получилось там? Получилось. Еще раз. Или не получилось. Может быть, как-то вот так вот начать направить? Да!
Ага, чуть-чуть подкрутить надо. Ну-ка. Что ж такое? Вот так. Пробуем снова. Смотрите. Смотрите. Отлично. Продолжаем. Сейчас на максимум. Давай, лей. Ну, кажись, все. Да, уже на максимум, походу. Что это? Деталь для зиплайна. Вот это очень круто. Но это еще не весь зиплайн. У нас только одна деталь лишь. Значит, еще придется тут пошурудить, поискать. Смотрите, как интересно получается. Нашел тайник. С кучей барахла. Так, и здесь еще надо лопаткой откопать. Она дана мне не особо. Есть, убил акулу! Готовить, готовить. Отлично. Проснулись рано утром, на рассвете. Давайте возьмем мясо. У нас полно еды еще. Все это вот сюда. Вот сюда положим. И гоу дальше исследовать. Я хочу найти еще одну часть для зиплайна. Вот, нужен блок для зиплайна. А как я отсюда сюда доберусь, интересно? Тут по всем законам физики, которые в этой игре не работают, так что все нормально, даже можно не париться. Что у нас тут есть? Требуется взрывчатый порошок. Ну-кась. Журнал экспериментов Детта, попытка 733. Люди с плотов говорят, что суши почти не осталось. Караван — крупнейший участок Земли, что они видели. Похоже, вся планета ушла под воду. Но есть и другие планеты. Папа помог мне со сваркой для ракеты, а Лян и Хен принесли фейерверки. Папе пришлось извиняться за взрыв. Они отобрали у меня инструменты и знак отличия. Когда произошел взрыв, все убежали. Вот трусы. Все, кроме Санджи. Молодец, Санджи. Помощник. Блин. От детские мечты. Самое важное — это мечтать. Продолжать мечтать всегда во что бы то ни стало. Потому что именно благодаря мечтателям мы с вами имеем то, что мы имеем. Циркулярная пила. Ладно, я думаю, нам нужно вот сюда. Только не упасть. Я знаю, тут все сделано так, чтобы я упал. Но я могу это сделать случайно. Оп! Это пока что самый доходный остров из всех. А это что такое? Мы в мэрии? Это мэр? Мэр? Здравствуйте. Деталь для зиплайна. Требуется... А, три детали. Блин, у меня все только одна. Записка какая-то. Морское единство. Индонезийские плавучие города. Джакарта затоплена. Большая часть материковой территории Филиппин потеряна. Местные жители построили плавучие города из дрейфующих кораблей и отправились на поиски суши. «Живем как можем», — заявила Чипта Гиам, одна из первых жительниц плавучих плавучих городов, отвечая на вопрос наших корреспондентов об условиях жизни. Эти поселения передвигаются по течению и быстро растут, что вызывает опасения со стороны береговых властей, которые считают их потенциальной морской угрозой. Несмотря на опасения и сколоченные на скорую руку плоты, многие верят, что подобные плавучие города могут стать заменой обычным, учитывая недавние слухи о том, что на Северном полюсе на средства богатых инвесторов строятся города-убежища в ответ на запрос о комментариях. Короче, я так понимаю, что мы найдем с вами город-убежище где-то на Северном полюсе. Доплыть бы до него. Так, и еще найти бы детали. Где они, черт вас подери? А, вон мэрия. Так, мы можем сюда попасть. Яйцо! Новый предмет. Используется во многих блюдах. А я так сожру. Мне блюда-то не особо нужны. Я не привередливый в еде. Ламарс легумис. So yummy. Так вкусненько. А у нас уже не осталось больше места. Надо что-то выкинуть будет. Что-то ненужное. Пока не знаю даже. Опа, все, стекла теперь нету. Так, 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 так. Веревку нафиг. Медь очень нужно. Прям жесть. Я думаю, вот доска не особо нужна. Хлеб и пекарня. Итак, мы взяли медь и биотопливо. Понять объедки. Я очень хочу поесть их срочно. О, объедки. Ах, как пахнут. Срочно, срочно найти хорошее место с красивым видом, чтобы поесть объедки. Как раз таки вот подстать бомжу. Нем. Уф. Смотрите, мы даже... Мы можем жрать теперь еще больше. Это блюдо вызывает аппетит. Так, а здесь мясные деликатесы у нас, кажется. Скорее, 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 я хочу. А эта штука — готовая зубатка. Что-то вообще новое. Как пожить? Доски, нафиг. А, мы не можем есть. В смысле, мы можем ее есть, но что-то вот она не пополняет наш желудок.
Странно все это. И мы забрались на самый высокий. Есть еще одна какая-то деталь для зарядного устройства. Ну, пожалуйста. Что тут? Железный слиток, рецепт... Надо что-то выкинуть. Давайте доски нафиг. А вот железный слиток оставим. Рецепт, ножка с джемом в жопу. Да ё-моё. Где я должен добыть все это? Я знаю, что тут можно еще ниже. Вот. Ящик. Оп. Да хрена все, выкинули. Так, что у нас тут? Доска, доска. Это все доски. Фу, ладно. Диплай найти не так-то просто. Оп. О! Сверху упало на меня. Анекдот. Прислал нам The Tamagotchi 1. Как зовут рыбу, которая разбирается в вине? Сомелье. Хорош, хорош. Отличный анекдот. Прекрасный анекдот, ребят. Присылайте больше анекдотов рыбных, а можно теперь еще и медвежьих анекдотов. Вот это, да, очень хорошая штука будет. Медвежьи анекдоты теперь. Отныне у нас в рафте эпоха медвежьих анекдотов. Что вы от меня хотите, не знаю. Вот так все быстро меняется. Эпохи меняются, да. И я думаю, зиплайн мы найдем в следующий раз. В следующей серии. Мы уже много всего исследовали, осталось-то совсем чуть-чуть. Методом исключения будем находить нужные детали. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то шлепните 1000 лайков. А также подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, становитесь доску своими. Не забывайте про мой сайт с комиксами и мерчом. Заходите и поддержите меня и мои проекты. Огромное всем спасибо, обожаю вас, люблю, целую, обнимаю. И с вами был Юджин, и всем пять! Это можно прям со взрывами. И такой тишь хардкор резко поставить на этот фрагмент.